Так, мы продолжаем репортаж. Распаковка камешков производства Юдеко. Сюда идет нож. Камни прибыли к нам в коробочках. Вот такие вот у нас камушки приготовлены. Здесь, я так понимаю, у тебя маленькие, да? Среднего размера. Ну, покажу текстуру тогда. Вот. Камни требуют промывки, разумеется. Очень тяжелые. Так что мы не будем заставлять Ксюшу доставать все. Я ей в этом сейчас помогу, как только мы покажем. Вот. Камни у нас эти Юрарок. Вот из них будем составлять хардскейп для цехлидника. Вот. По рисунку они очень интересные. И возможности для творчества тоже оставляют немало. Видеть, наверное, на видео, что они немножко различаются по тону. Вот, ну так было задумано, поскольку решили разделить на более светлую, более темную зону аквариум. Вот, переходим к второй коробочке. Там еще осталось. Ну пускай он там пока полежит, не надо тяжелый вытаскивать. На этих камнях, ну скажем так, на этих, на того же производителя мы уже собрали один аквариум, для нас эти камни не новые. Объясню почему. Не поднимают практически pH в аквариуме, поскольку у нас там присутствуют еще и растения, а не только цветы, жизнь. Вот здесь можно увидеть, посмотрите, какая текстура у камня красивая. У него множество пещер, впадин. Вот это позволит рыбам более уютно себя чувствовать при необходимости всплывая. Вот. Ну, наверное, хватит, зайчик, да, большой вес. Положи его сюда, я покажу. Достанем все камни и приступим к составлению пейзажа на полу по формату аквариума. Ну а потом уже будем все это дело переносить. Да нет, наверное, хватит пока.